Так, завершающий этап был произведен. Датчик температуры и влажности установлен, который контролируется через интернет. Поставил его вот под морозилку, под сливной поддон. Важно, чтобы, конечно, водой он сильно не заливался. Но я думаю, самое место его тут. Настроил пока на 10 градусов отключения. Проверим, сколько он наберет. Все, закрываю дверцу, закрываю морозилку. Лампочка, конечно, на него влияет. Она тоже греется, она не светодиодная. Лучше сюда светодиодную лампу поставить. Понятно, что она выключается при закрытии. Вот он, выключатель. И, соответственно, нагрева не происходит. Главное, чтобы он сработал. Все, тестируем. А самое сложное было, что не просверлить отверстие, а протянуть все-таки провод датчика через это отверстие. Потому что на входе мы имеем пластик, далее мы имеем металл и еще один металл. Вот отверстие, где получилось. Удачно вышел. Но пришлось проволочку просовывать. На изоленту крепить разъем и просовывать уже сам провод. Провода хватило, запасик есть. Никогда в натяг не делайте, чтобы возможно было отсоединить, чтобы легко снять. Может быть, завтра следующий холодильник полюс 2 уже накроется, из него придется делать уже смарт-холодильник. Тут у нас тоже он реле отскочило, пока он работает, холодит, морозилка плохо закрывается. Надо размораживать. Тоже может выйти из строя он. И на него потребуется такая же модернизация. Полюс 2. Вторая модификация. Пока живет, работает.